be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. Так, срочное включение. Всем привет. Наконец-то я начинаю новый влог не из машины, а хотя бы из дома. В общем, у нас сегодня вышло солнце. Это не может не радовать, потому что я его не видела дней 12 примерно. И я уже отчаялась его увидеть. И сегодня, хотя ни один прогноз погоды не говорил о том, что сегодня будет солнечная погода, оно есть. И слава богу, я сегодня весь день убиралась. Сейчас у нас на часах сколько? 2 часа дня, вот, и я готова выбегать на улицу, идти в парк гулять, потому что мне хочется насладиться солнцем, выпить латте, вот, и почитать книжку. Собственно, зачем мы все тут собрались? Мы с вами будем читать «Семь мужей» Эвелины Хьюго. Я без понятия, что меня ждет, если честно. Я помню, что это рассказ женщины, которая была какая-то там знаменитая, у нее была суперинтересная насыщенная жизнь, и вот, ну, собственно, мы будем узнавать, как же и чем же она жила, что за мужья у нее были, что у нее там в жизни происходило. Мне кажется, что это будет чем-то мне напоминать не жизнь, а сказка Долецкой, вот, а может быть и нет. Ну, в общем, сейчас я на улице, надеюсь, начну читать, если там не супер холодно, но вроде как там тепло. Вот, и подключусь там через какое-то время, расскажу, что там происходит у нас вначале. Вот, а также у меня есть новости. Я разобрала свои книжные шкафы, наконец-то. Теперь у меня все очень аккуратно стоит. Нету завала дикого. Тут Каспер. Скажи привет. Мау. Он тоже устал. Я ему сегодня чистила зубы, уши, подстригала когти. Ты почесала его, да, Каспер? Да, теперь у меня на полках просто все шикарно, так как я хотела. Кстати, отсюда дырка. Я достала книгу. Вот. Я счастлива, что наконец-то я это сделала. У меня было тут просто две стопки книг, но одна уже уехала. Вторая стопка — это на продажу, либо просто отдам кому-то. Вот сейчас пытаюсь найти в Москве места, куда можно отдать книги, но чтобы они не просто, там, я не знаю, их выкинули или они лежали без толку, а чтобы люди каким-то образом их находили, читали. В общем, да, дать им подарить вторую жизнь. А, вот, очень много болтаю. Сейчас уйдет солнце нафиг. И я все пропущу, поэтому все, я побежала на улицу. И да, друзья, если вам нравятся мои влоги, все, что я делаю, пожалуйста, поддержите меня, поставьте палец вверх, подпишитесь. Буду очень рада вашим комментариям. Пишите все, что угодно, что вы читаете, какая у вас погода, какое у вас настроение. Может быть, что-то вы хотите посоветовать из книг прочитать. Может быть, у вас есть какие-то интересные идеи для видео, которые бы вы хотели от меня увидеть. Поэтому you're welcome. Увидимся в комментариях обязательно. Я так быстро убиралась из дома, что, мне кажется, в 2 раза больше устала, чем обычно. А убиралась так быстро, чтобы успеть гулять на улице. Вот это жизнь. Погода просто шикарная. Мать моя женщина, какое солнце. Реально ощущение того, что в последнее время мы просто жили в какой-то темнице. Так даже непривычно видеть его. И на улице так тепло, прям необычно. О, сколько людей в парке. Ну, в принципе, неудивительно. Надо было очки взять. Так, план такой. Я сейчас иду за кофе. Ищу свою любимую лавку. И там читаю. И наслаждаюсь. В общем, не знаю, как у вас, но мне уже надоела зима. Я очень хочу весны, солнце, чтобы было тепло, цветочки. И... Ой.
Ладно, не упасть. Скользко. Зима это, конечно, прекрасно. Сейчас вот кое-что мы еще сделаем в феврале. Кое-куда слетаем. Покатаемся. И все. И можно выключать зиму. Можно сразу весну. Лето. Прекрасную погоду. О, как хорошо, что это уже скоро будет. Просто великолепно. В общем, да, не хватает очень сильно витамина D, какой-то, я не знаю, заряда солнца на каждый день. И когда ты с утра до вечера работаешь, ты уезжаешь, темно, приезжаешь, темно. И, в общем, никакой жизни. Вот. А летом хотя бы я гуляла утром. В 7 утра я ходила в парк, гуляла каждый день почти. И это было прекрасно. А сейчас же гулять не пойдешь, вообще-то там темно. И как-то одной некомфортно. Ой, мое любимое место, кстати, в парке. Алика наша. Так, ваши ставки, друзья, увижу я бигля какого-нибудь сегодня. Блин, мне так и не нравится, что каждый раз, когда я их вижу где-то, у меня прям x10 настроение вверх. Вчера, вот, допустим, я с одним из ехала в лифте. Такой уже старичок большой, классный. Так, вообще у меня в планах прочитать эту книгу за неделю, соответственно, это будет недельный влог, как обычно, где я буду читать, работать, много ездить в машине, болтать с вами и делиться кусочками жизни. Надеюсь, вам такое нравится. Еще я сегодня планировала, кстати, снять видео с книгами, которые очень давно лежат у меня на полках, которые я хочу в этом году прочитать. Я думала выбрать штук 5. Там некоторые 12 выбирают. Нет, я, конечно, не настолько много читаю, чтобы сразу 12. Ну, в общем, 5 хочу выбрать, чтобы за год их прочитать. Прям книги, которые там по 5, по 6 лет уже лежат. Посмотрим. Если у меня сегодня будет еще останется время, то, может быть, и сниму это видео. Мимо меня сейчас прошла парочка пожилая, и они очень аккуратно идут по льду, как и я, собственно, потому что у нас тут очень сильный лед. И я услышала фразу: «О, как страшно идти по этому льду!» И сразу же вспомнилась книга Юрия Каракура, где там они ходили по льду, и как мальчик его описывал, что это просто самое страшное, что есть на этом белом свете. Так прикольно. Но это реально так. Одно неверное движение, и все. И все пропало. Я нахожусь на 101 страничке, это 13 глава, мне очень сильно нравится, это супер интересно, я не могу остановиться, я прям проглатываю страницу за страницей, и очень интересно, что будет дальше, как развивалась ее жизнь, то есть мы, вообще, что происходит в книге, начнем с этого. Наша главная героиня Моника Грант,
Она журналист в хорошем издательстве, в журнале, точнее, да. Да, глянцевом журнале. И к ним приходит однажды запрос, что большая знаменитость, собственно, Эвелин Хьюго, хочет дать интервью через них, через их журналистку, как раз-таки нашу главную героиню Мони Грант. А поводом к этому послужило то, что она хотела устроить аукцион и как раз дать интервью перед аукционом, рассказать историю там одежды, которую она хотела продать и так далее. И написала в письме сопроводительном, что хочет только Мони Грант. И нашу Мони Грант вызывает директор этого глянцевого журнала и как бы, ну, не понимает, что происходит, потому что Мони Грант, она имеет опыт работы, конечно, но в этом издательстве, в этом журнале есть журналисты гораздо более опытные, классные, там, именитые и так далее. Почему-то такая звезда, как Эвелин Хьюго, хочет именно ее, никому неизвестную, скажем так, не такую опытную. В чем прикол? Но наша героиня тоже ничего не понимает, но она очень сильно хочет подняться по карьерной лестнице, добиться чего-то в жизни, и поэтому хватается за эту, ну, как бы за это предложение и всеми силами убеждает своего босса, что она справится. И, в общем, приезжает на встречу к этой Эвелин Хьюго, и та заявляет, что никакого интервью она давать не будет, и вообще она не хочет сотрудничать с журналом. И она хочет написать книгу, ну, как бы автобиографию с помощью вот Мони Грант. Потому что она хочет, чтобы ее автобиографию, книгу, ну, скажем так, ее мемуары написала именно она. Но не объясняет, почему. Наша главная героиня, конечно, в шоке. Она вообще не понимает, что происходит, но это ее шанс добиться успеха, стать популярной, написать что-то очень стоящее, потому что, ну, Эвелин Хьюго — это звезда, ну, как, наверное, не знаю, там, Анджелина Джоли, ее знают все. И наши главные герои понимают, что ей нужно это сделать, потому что эта женщина не давала никогда интервью. Никто не знает, на самом деле, что происходило у нее в жизни. А самый интересный факт, что у этой женщины было, получается, 7 мужей. И никто не знает конкретно, почему так сложилось, почему их было 7, и вообще, что скрывалось, за всей вот этой голливудской оберткой, что было на самом деле, и какая настоящая Эвелин Хьюго. Начинается с того, что Эвелин Хьюго, то есть наша главная героиня, соглашается на все это, и Эвелин Хьюго начинает рассказывать историю своей жизни, начинает, естественно, с самого начала, с того момента, когда она была маленькая, что у нее происходило, какие сложности были, к чему она стремилась, через какие тоже сложности ей пришлось, скажем так, пройти, чтобы чего-то добиться. Интересно, очень интересно читать, очень легко написано, читается супер быстро, и получается, у нас тут идет повествование по очереди, начиная с самого первого мужа, ну, я так понимаю, что как бы закончим мы 7-м и узнаем вообще всю историю нашей звезды. Очень классно, мне очень нравится, я хочу читать дальше, но уже время 10:30, мне надо идти спать, потому что завтра утром на тренировку, иначе я не встану, вот. Так что да, пойду спать и увидимся завтра. Надеюсь, что завтра будет, на работе, наверное, не будет времени почитать, но вечером. Мне кажется, я эту книгу прочитаю 3 дня, потому что, ну, реально, оторваться просто невозможно. Но оно и к лучшему. Ай, Касперушка уже спит.
Бля, я прочитала сегодня совсем немножко, около 30 страниц всего, потому что что-то я очень устала, села уже читать поздно, и меня очень сильно рубит спать, вот. Но даже эти 30 страниц были прекрасны. Очень интересно, если бы мне не слипались глаза, мне кажется, я бы сидела и читала дальше. Прекрасно, мне очень нравится. Но думаю, что, наверное, завтра утром у меня получится встать пораньше. Ну, в смысле, опять в 6. И я смогу еще утром почитать, потому что если я встану в 6, то у меня будет время почитать утром дома. Вот. Вот такие дела. Сейчас пойду спать. А, хочу похвастаться. Теперь у меня вот такой прекрасный свет за диваном. Мне кажется, он очень прикольно смотрится. Можно выбрать разные цвета. Но мне больше всего нравится, конечно же, белый. Но есть всякие такие. Под нашу сегодняшнюю книгу нам подходит вот этот цвет, как платье у Эвелин Хьюго. Прикольно. Касперу тоже понравилось. Он сидел минут 10 и смотрел на этот светильник, не понимал, что происходит. Но сейчас он уже спит. Прекрасно нос к носу со своим другом. Пойду и я спать. Доброе утро. В общем, почитать мне не удалось, но я все равно рано встала и раньше поехала на работу. Там нужно кое-что сделать и будет минут 30 почитать. Вот, так что все, в принципе, идет по плану, кроме того факта, что я сейчас утром не почитала. Время где-то 7, 10 или 15, что-то такое. В общем, да, учимся на работу, там почитаю еще. Чисто никого. Ой, у меня еще так адски болят ноги, потому что вчера я делала тренировку, которую очень долго не делала. Просто сегодня я утром встаю такая... Это приятное одновременно ощущение... Точнее, это одновременно и приятное, и не очень ощущение. Ой, в общем, да, я поднимаюсь в офис, кофейку, сделаю кое-что для английского и почитаю, думаю, потому что я сегодня реально супер рано приехала. Это хорошо. Просто в торговом центре перекати поле. О, тут какая-то синяя. Даже охранника нет еще.
Доброе утро, друзья. Так, у нас сегодня пятница, 6:33 утра. Я сейчас быстро завтракаю и еду на тренировку. Вот. И из машины к вам, наверное, подключусь, расскажу, что же я там прочитала в книге. Я прочитала уже половину книжки. В целом мне очень нравится, супер интересно. Я, по-моему, на 4-м уже. Есть небольшие вопросы к книжке, но это уж такое, я немного притираюсь. В целом интересно, читается легко, быстро. Вот поэтому уже из машины тогда к вам подключусь и поподробнее расскажу, что там меня немного смущает, что мне нравится и вообще где я нахожусь. Так, давненько не висела камера у меня в машине. Так, что-то я супер какая-то растрёпанная. В общем, я вышла из зала. Тренировка прошла успешно. Так, я не закрыла заднюю дверь. Отлично. Вот, сейчас выдвигаемся на работу. И я вам хотела рассказать про книгу. Что же я там такого прочитала? Ну, если честно... Ой! Сейчас будет даже, скорее всего, момент со спойлером небольшой, потому что... Ну, иначе я не расскажу, да, в чем там суть и что мне не очень как-то прям супер импонирует в этой книге. Но я нахожусь на 240 странице, мне осталось ровно половина книги. А я сейчас читаю главу про 4-й. Все правильно, Рекс Норт, 4-й муж. Сейчас вот как раз про него читаю. И вот именно на этой главе, на 4-м муже, наша главная героиня прям предстает, ну, лично для меня в самом таком... неприглядным и некрасивым с одной стороны амплуа, с другой стороны это вроде как оправдано тем, для чего она это делает, ради кого она это делает, но опять же вот эта вся история про то, что надо пожертвовать собой, дабы сохранить там другие отношения и все остальное, ну... Такое сомнительное все, конечно, занятие. Конечно, можно понять нашу главную героиню еще в том плане, что... Я сейчас про главную героиню и в плане Эвелин Хьюго, да, про нашу звезду, которая творила в своей жизни очень много разных вещей. Она не жалеет ни о чем. Творила она не очень такие приятные и достойные, скажем так, вещи, но как бы вот такая у нее жизнь. Таким образом, отчасти она добивалась того, что имеет на данный момент всю свою власть, богатство, популярность, признание там и все остальное. Но вот тут, конечно, каждый будет сам для себя решать, насколько это вообще адекватно, да, все это делать ради того, чтобы добиться успеха, стать популярной, богатой и так далее. Наверное, отчасти так оно и происходит. Это, конечно, очень грустно и печально, но солеви, скажем так. Так, ладно, давайте я лучше поеду, потому что иначе я так сейчас заболтаюсь и вообще опоздаю на работу. Так, еще у меня есть время, все в порядке. Так, все, я выдвинулась. Возвращаясь к книге... Все теперь понятно, почему у нее так было много браков, мужей. Все это прям прописано, описано и рассказано, почему и зачем. Но я уверена, что не каждый человек, не каждая женщина, да не каждая актриса и знаменитость пошли бы тоже на такие меры и способы, чтобы все это заполучить. Я очень надеюсь, что, конечно, есть люди, которые просто своим... только исключительно трудом, я не знаю, талантом и упорством добились успеха. Здесь немного другая история, здесь было все. Я не говорю, что наша главная героиня там не талантлива или мало работала, абсолютно нет. Она просто пользовалась вообще всеми возможными способами, чтобы добиться успеха. Кто-то ее может осуждать, кто-то может не осуждать. Я нахожусь на такой нейтральной позиции, я не совсем за то, чтобы... ну, прибегать именно к таким мерам и жертвовать отчасти собой,
и вот как-то отдаваться, да, полностью, чтобы добиться цели, но цель оправдывает средства. Ну, опять же, каждому свое. Сейчас я немного со спойлером скажу, потому что, ну, иначе я не объясню то, что я имею в виду. Начнем сначала, да, в общем, самый первый муж, она вышла замуж в 17 лет. Это был человек, который помог ей отчасти, ну, познакомиться с теми людьми, с которыми ей нужно было познакомиться, чтобы пойти дальше, да, и развиваться в том направлении, в котором она хотела. Он ей помог переехать в другой город, ну и, собственно, вот начать знакомство с разными нужными людьми в этом городе. Она переехала в Голливуд из маленькой, я не помню точно, какой у нее был родной город, ну, в общем, она переехала в Голливуд и всеми способами начала продвигаться к своей цели, дабы стать знаменитостью и сняться в фильме. И тут там спустя какое-то время происходят определенные события, она встречает другого человека, который ей помогает пробиться, скажем так. Все у нее начинает, то есть она начинает работать, и через какое-то время снимается в фильме, в первом, во втором, в общем, начинает обретать свою популярность. Это я очень коротко рассказываю, чтобы тоже супер там не спойлерить, чтобы вам было интересно читать, что же она делала, там, что происходило. Но суть в том, что потом она расстается со своим первым мужем, потому что она понимает, что дальше нужно делать определенные вещи, которые его не устроят, и дабы там, чтобы он с ума не сходил, истерики и скандалы не закатывал, она решила с ним развестись. Ну и к тому же она его как бы вообще не любила, да, она просто им воспользовалась, потому что она знала, что он ей поможет перебраться вот туда, куда ей нужно. А дальше что происходит? Она уже, скажем так, обретает обороты популярности, и тут она начинает встречаться с супер большой звездой, вот с ее студии, звезда номер один на тот момент, который снимался в фильмах, его все любили, все хотели за него замуж, девочки просто пищали, когда он был рядом, ну, суперстар. И он в нее влюбился, она в него тоже влюбилась, и все, они начали отношения. В итоге он ей сделал предложение, они сыграли огромную голливудскую свадьбу, они стали парой номер один. Все у них было замечательно, там любовь, страсть и популярность, деньги, все при них. Но потом через какое-то время, ну то есть, да, мы понимаем, грубо говоря, семья состоит из двух творческих людей, которые занимаются одной и той же профессией. Очень часто это приводит к бедам. Вот. И у них произошло, собственно, плюс-минус то же самое, когда у нее все получалось, у него не получалось, он выходил из себя и начал ее поколачивать через какое-то время. Она сначала все это очень долго терпела, потому что, ну, потому что по-другому нельзя было. Это Голливуд, это вот эта популярная жизнь, когда тебе нужно держать марку, притворяться, что все хорошо, что все идеально, потому что это также влияет не только там на отношение публики к тебе там и к твоей паре, а также и на твою карьеру в том числе, на просмотры, на рейтинги и так далее. А у них в тот момент очень много съемок было, очень много фильмов, на которые все делали ставки. Вот. И, конечно, она понимала, что, ну, она просто не может сейчас уйти от него. Но потом через какое-то время все к этому приходит, она в итоге от него уходит и знакомится с девушкой, с коллегой по цеху, тоже актриса, молодая, пришла к ним новенькая, очень красивая, очень такая наивная, добрая душа. Там тоже разворачиваются определенные отношения и ситуации. В общем, все это приходит к тому, что мы понимаем, что у них завязывается любовь между нашей главной героиней Эвелин Хьюго и вот этой Силией, коллегой-актрисой. А на тот момент, это 50-е, по-моему, года, они вообще не понимали, что у них происходит, особенно Эвелин, то есть она всегда думала, что мужчины для нее, ну, как бы, это
раритет, скажем так. И она была два раза замужем. Как бы... Ну, тут странно, да? Вот так резко как-то переключиться на другой пол. Мы все это читаем, там объясняется все, что как, почему так произошло, что она ощущала в этот момент, какие она испытывает эмоции. Вот на сейчас, когда она пересказывает всю эту историю, да, своей жизни нашей Мони Грант. Ну вот интересно, конечно, завернули. Я не ожидала, что там появится женщина. Вообще не ожидала. Не могу сказать, что я супер этому рада, потому что, ну, не знаю, я к этому отношусь нейтрально, но я все-таки думала, что это будет более традиционная история. Вот. Тем более, что 7 мужей, ну, камон. И вот сейчас, как бы, дальше я, вот, если честно, не понимаю, как будут разворачиваться события, либо, опять же, все будущие мужья, это будет просто только способ, да, как это было отчасти до этого. Либо она на самом деле будет вот, как называют людей, которые любят и мужчин, и женщин, я забыла слово. Бисексуал. В общем, она является вот таким человеком, ну, на данный момент она сама про себя даже так говорит. Вот дальше очень интересно, как будут разворачиваться события, как она будет дальше с остальными мужьями жить, существовать и что к ним чувствовать. Такая интересная ситуация. В целом, мне нравится, читается очень легко. К сожалению, вчера, позавчера не особо было много времени там читать. Я прочитала буквально по 20 страниц, наверное. Вот. Сегодня вечером у меня тоже не получится почитать. Но у меня, скорее всего, будет сегодня время на работе, на обеде как минимум, и я смогу еще продвинуться по книге, обязательно буду держать вас в курсе. Ну а завтра я уже думаю, что буду добивать ее, потому что, да, на этой неделе я ее точно закончу, вот, потому что у меня уже следующие планы на следующую неделю есть, грандиозные, как обычно. Вот, поэтому, да, вот такие дела. Ребята, у нас такое классное солнце. Я его не видела месяц, наверное. Месяц в Москве не было солнца от слова совсем. Может быть, два раза оно всего выглядывало из облаков. Там на минут 15. И то это было супер слабо и не всегда заметно. Вот. А сегодня прям такой солнечный день. И почему я очень долго не снимала в машине по дороге домой, потому... Ой, по дороге, ну, там, на работу или домой, просто потому что все это время, ну, вот, всю зиму, получается, я уезжала, было темно, я возвращалась, было темно, и снимать в темноте, ну, просто не имеет никакого смысла, потому что меня не видно от слова совсем, и как-то, ну, такое себе качество картинки тоже не очень, вот. Поэтому, наконец-то, это свершилось, уже светает гораздо раньше, и у меня будет получаться записывать какие-то кусочки для видео, потому что, как я раньше говорила, что я трачу довольно-таки много времени в машине, в пути, и это, в принципе, супер удобно. Повесил камеру и болтаешь сам с собой. Вот, так что такие дела. В общем, пока я еду, еще вам расскажу одну историю. Я так вчера расстроилась, просто невероятно. Я заказала на Озоне дня три назад, или даже, ну, в общем, в начале недели заказала себе софтбокс.
соответственно, другой бренд внутри, в коробке. В чем прикол, я так и не поняла. Ну вот, я вчера написала, сделала заявку на возврат, чтобы мне вернули деньги, чтобы отдала обратно этот товар. И вот жду согласования продавца. Вот мне просто интересно, но если продавец такой скажет, ну нет, я не буду забирать обратно, вот что мне с этим делать? Причем, как бы, эта штука стоит не супер там дешево, и будет капец как обидно, если они в итоге ничего с этим не сделают. В общем, да. Поэтому держу пальчики за то, чтобы мне согласовали возврат. Причем я вообще даже ничего не трогала, я просто открыла коробку, поняла, что это не то, сразу отфоткала, сразу сделала заявку. То есть я даже не доставала ничего из там, из специальной сумки этой. То есть все в полном соответствии того, как это ко мне приехало. В общем, очень надеюсь, что мне получится одобрить возврат, и я верну эту штуку. Вот такие дела. Ну, это так. Про, между прочим, что произошло еще за эту неделю. Я дочитала книжку. Если бы не какие-то повседневные дела, там, работа и все остальное, я уверена, я бы ее прочитала просто за один день, потому что остановиться невозможно, оторваться невозможно. Очень интересно, чем все закончится. Книга постоянно тебя держит, ну, не то чтобы прям в напряжении, но в диком каком-то интересе. Тебе очень интересно, что же, к чему это вообще все придет. То есть там мало того, что в самом рассказе, вот, да, в самой жизни Эвелин Хьюго происходит масса событий разных, все просто невероятно отличается от того, что может показаться на первый взгляд. А, кстати, вот это огромный, ну, вот то, что мне очень сильно понравилось в этой книге, то, что мы читаем про знаменитых популярных людей, и в очередной раз убеждаемся, что верить чему-то просто, ну, нельзя. Потому что человек всегда показывает только то, что он хочет показать. И вот эта книга, читая жизнь Эвелин Хьюго и ее друзей, ее коллег, популярных, знаменитых людей, ты прекрасно понимаешь, что все, что видят люди, это вообще не то, что есть на самом деле. То есть это не то, что там, ну, как-то отличается, это кардинально другое. И вот Эвелин Хьюго говорит о том, что, ну вот, по сути, своим примером она показывает, что человек может прожить всю жизнь, быть максимально на высоте, занимать самую верхушку айсберга, но его никогда никто не сможет узнать по-настоящему, если он этого не захочет. Вот это очень круто показано в книге, мне это прям понравилось. Также невероятно прикольно описана атмосфера вот этого Голливуда, их жизни, потому что это абсолютно другая жизнь, со своими заморочками, со своими какими-то приколами, да, казалось бы, эти люди имеют все, о чем можно только мечтать, чего можно только хотеть. Им стоит просто взмахнуть рукой, и все будет так, как они хотят, так, как они желают. Но у них так много других проблем, о которых люди могут даже и не задумываться, даже не знать, даже не подозревать. А самое страшное, что у них такого рода проблемы, что ни слава, ни деньги,
вообще ничего не сможет как бы их решить, потому что это вот такая у них жизнь. То есть им, с одной стороны, как бы дали все, но чтобы как-то это, видимо, уравновесить, да, везде должен быть якобы баланс, ну вот такие-то у них проблемы. Как и жизнь Эвелин Хьюго, точно могу сказать, что эта книга вообще не то, чем может показаться на первый взгляд, да, вот вы прочитаете аннотацию, очень говорящее название, но это будет вообще не то. Ну, то есть, вообще. Я вот в части со спойлерами уже говорила, в чем там дело. Сейчас я не буду уже повторяться, но это абсолютно не то, что может показаться на первый взгляд. Да, Эвелин рассказывает всю свою жизнь, она рассказывает все свои грязные секреты, она рассказывает то, чего не знал вообще никто, даже самые близкие там люди. И она при всем при этом говорит, что, знаете, да, там я творила многое в жизни, и хорошее, и плохое, и многим попортила жизнь, кому-то наоборот ее там улучшила, облегчила. Но я не жалею ни о чем, ни о секунде, ни одной секунде в своей жизни. То есть и там даже какие-то моменты, когда, ну, прям совсем немножко трешово описываются, она говорит, что нет, если бы даже мне дали возможность что-то изменить, вернуться вот в тот момент и поменять, и выбрать там, принять какое-то другое решение, я бы это не сделала. У Эвелин такой образ, вот она сидит, рассказывает, казалось бы, уже на закате своих лет, но она настолько себя держит, она настолько себя любит, и образ настолько сильной женщины, что это тебе импонирует. Ну, по крайней мере, мне это очень понравилось. Очень такой сильный образ женщины, которая прошла очень много в своей жизни. Жизнь, с одной стороны, можно сказать, что абсолютно легкая, так как у нее было все. Она там не скиталась, не бомжевала, ничего. Хотя, по сути, начало, да, ее жизни совсем не сладкое было. Но она добилась всего абсолютно сама, с помощью своих сил, своего таланта, хитрости, обмана иногда. Все средства, которые она задействовала, привели ее к тому результату, который она имела вот на тот момент, когда рассказывала нам эту историю. Но, знаете, в конце, конечно, я немного прям удивилась, я не ожидала такой концовки, такого поворота. Я прям сидела всю книгу, думала, ну, представляла, что это может быть и вот так, а может быть и вот так, но Каспер... Но то, что я узнала в конце, и как все у нас обернулось на самом деле, ну, ты прям сидишь такой, ничего себе. И там настолько неоднозначная ситуация, там вот нельзя сказать, что это либо там черное, либо белое. Это плохо или хорошо. Ты не знаешь, допустим, как бы ты себя повел, если бы ты оказался в такой ситуации, потому что ее можно вообще с разных углов рассмотреть, и как бы вывод будет всегда разный. В общем, очень интересно закончилась книга, мне понравилась, в целом вся история мне очень понравилась, потому что это было невероятно интересно. Извините, пожалуйста, за Каспера, я не знаю, что он там хочет, просто сидит и закатил какую-то истерику. Атмосфера так хорошо прописана, и как-то так построен текст, что когда ты читаешь, ты прям вот прям летишь по этому тексту, и у тебя точно ощущение, как будто ты вот рядом с ними находишься, как будто ты сам все это проживаешь, как будто ты вот их друг, да, или там знакомый. Еще очень такой интересный момент, что пока ты читаешь книгу, ну, по крайней мере, у меня было такое постоянное ощущение, что как будто это все было на самом деле. То есть, как будто существуют на самом деле эти знаменитости, которые живут там или жили в Голливуде, что были такие-то фильмы, что они в них снимались, потому что тут как бы реальность с нереальностью перемешана, то есть там упоминаются какие-то киностудии, которые реально существуют. И из-за этого тебе кажется, что все то, что происходит в книге, оно реально существовало. Когда-то с кем-то это реальная история. Ну, конечно, когда тебе приходит это ощущение, ты думаешь вообще, что все в нашей жизни это сплошная, скорее всего, ложь.
потому что все, скорее всего, вообще по-другому, потому что ну, здесь настолько несоответствие того, что транслируется, и то, что есть на самом деле, и это тебя прям заставляет задуматься, а вот я там знаю там тех-то, тех-то, да, какие-то популярные люди, интересно, а вот это было там правда или нет? Потому что здесь люди десятилетиями скрывали правду, и скрывали настолько профессионально, ни одна живая душа не узнала, хотя на них смотрел весь мир. То есть это те люди, которые не могли выйти спокойно там до супермаркета купить себе баночку колы. Они не могли спокойно находиться в общественных местах, потому что их постоянно узнавали, их знали все. И при всем при этом они умудрялись такое проворачивать, что ты сидишь и думаешь, а что ж творится в реальном мире? Ну, то есть, мне кажется, в принципе, наверное, реальный мир далеко-то не ушел. Скорее всего, очень много, ну, тоже. Это понятное дело, что не секрет, все так прекрасно знают, что там нельзя верить всему, что там показывают и говорят, но ну, настолько, чтобы это было там неправдой. Книга мне очень понравилась. Я не ожидала, если честно, что она мне настолько понравится. Я не могу сказать, что эта книга там станет лучшей книгой этого года или еще что-то, но это было очень классное времяпрепровождение. То есть на самом деле было супер интересно, и есть о чем подумать, есть о чем задуматься. В конце вот прям такие точно несколько таких витков для размышлений, да, именно таких глобальных каких-то жизненных моментов. Ну вот, допустим, один из них, да, ну о чем я думала, когда закончилась книга, вот, она прожила такую жизнь, она совершала столько всего, она шла именно к тому-то, к тому-то, а по факту она всегда думала, что это главное, она всегда думала, что это ей там жизненно необходимо, что она всегда будет счастлива, если она этого добьется. А в конце, когда она уже прошла весь этот путь, по итогу поняла, что все то, ради чего она там боролась, что так тщательно охраняла и берегла, оказалось вообще ненужным, пустым, абсолютно бесполезным и вообще ненужным ей. И оказывается, надо было просто остановиться, да, там типа сесть, подумать, посмотреть вокруг, понять себя более как-то глубже, что ли, понять себя, что ты на самом деле, что для тебя самое главное, так скажем, почему у тебя там сердце болит и душа, и тогда, наверное, все бы было там, закончилось по-другому. Знаете, тут про такую довольно-таки возмутительную, какую-то волнующую, невероятно интересную, зажигательную, сложную, неоднозначную жизнь, вот так. Потому что вот эта история ее жизни, у нее была настолько неординарная, да, и необычная жизнь, что там есть моменты, когда ты ее можешь похвалить, когда она тебе приятна, там, когда она тебе вообще неприятна, и ты думаешь, господи, как можно быть таким ужасным человеком. И вот поэтому в конце у тебя настолько какой-то перекос, ты не понимаешь, как ты относишься к Эвелин Хьюго. Хорошо, плохо, нейтрально, то есть настолько многогранная личность, настолько много всего она делала и сделала, что ты в замешательстве. И однозначного, по крайней мере, у меня ответа так и не появилось, как я к ней отношусь. Да, потому что всегда ты будешь относиться к ней по-разному, можно только так сказать. Вот, наверное, пожалуй, на этом я буду закругляться. Книга мне абсолютно точно понравилась. Я абсолютно не пожалела, что я ее прочитала. Абсолютно точно вам рекомендую ее прочитать, если у вас она была в планах или стоит на полках, вы точно не пожалеете. Это будет приятное времяпрепровождение, читается очень быстро и легко. И невероятно интригующее чтение выходит, поэтому абсолютно точно большой рекомендацион. Ну что, друзья, спасибо всем огромное за просмотр, спасибо, что вы были со мной. Надеюсь, вам было интересно. Кто читал книгу, обязательно пишите в комментариях, как вам. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Те, кто не читал, я надеюсь, что я вас заинтриговала, заинтересовала, и вы обязательно прочитаете эту книжку. И после прочтения вернитесь, пожалуйста, в комментарии, напишите, как вам. Да,
У меня на этом все. Спасибо еще раз большое всем. Оставайтесь со мной. Увидимся в следующих видео. Всем пока.